Добрый день. Итак, у нас сегодня особенный день. У нас сегодня жеребьевка. Какая жеребьевка? Что происходит? Давайте поясним. У нас на сайте есть раздел, который называется «Тесты». Туда каждый желающий пользователь может войти и протестировать себя на какие-то темы, которые он изучал и хочет сейчас знать, проэкзаменовать себя, насколько хорошо он это знает. Там есть тесты на все праздники, или на многие праздники, какие-то части трактатов Талмуда, там есть, например, трактат Перек Эл-Мициз. Да, можно сделать себе такой экзамен. Теперь у нас было такое правило, что все те, кто прошли тесты с максимальным баллом, имеют возможность попасть в группу, среди которых будет проведена жеребьевка, и будут разыграны призы. И вот сегодня администрация сайта решила провести вот эту жеребьевку, используя то, что Рав Бен-Цион почтил нас тем, что он находится в студии. И мы как бы сейчас проведем эту жеребьевку. Те люди, которые получили максимальный балл в среднем больше 90, да, прошли тесты и получили максимальный балл из всех пользователей, которые пользовались этим разделом, будут сейчас разыграны призы. Итак, какие призы? Значит, первый приз, мы его не можем показать, потому что это билет в Израиль. Да? То есть, вот мы сейчас находимся сейчас в Иерусалиме, вот возможность оказаться здесь, это и есть первый приз. Мы разыгрываем билеты в Израиль, поездку в Святую Землю. Это первый приз. Второй приз, это пятикнижие с комментарием Раши на русском языке. Вот они здесь, вот на столе лежат, можно посмотреть. Третий приз – это все диски, изданные организацией Толдот Йешурун, и как бы все остальные получат книгу Рава Ицхака Зильбера, чтобы ты остался евреем. Не хочется сказать, что это утешительный приз, но мне кажется, он самый лучший из всех призов, эта книжка. Да? Потому что, как говорил Хазуниш, что слова праведников – это и есть самый большой мусар. Да? Это самая лучшая этика, как бы, которая растит человека. И книга Рав Ицхака – это, конечно, самый лучший приз. Но у нас, получается, градация другая. Бесед. Итак, мы попросим Рав Бен-Циона, чтобы он… Значит, уже в моей шляпе, это моя шляпа, здесь уже лежат вот эти все бумажечки, на которых написаны имена всех тех пользователей, которые будут в этом, участвовать в этом розыгрыше. Рав Бен-Цион сейчас вынет те бумажечки, которые мы хотим. Сейчас мы разыгрываем какой первый приз? Начинаем с первого приза. И вот сейчас мы раскроем, покажем в кадр, кто выиграл первый приз, поездку в Израиль. Итак, этот пользователь Танра, да? Это пользователь Танра. Тантра. Окей. Пользователь Тантра получает первый приз — поездку в Израиль. Хорошо? По идее, если бы в студии было много-много зрителей, должны были быть сейчас аплодисменты, но, так сказать, мы пока без аплодисментов. Окей, да, сейчас немножко сделаем так, помешаем, так сказать, это самое. Рав Бен-Цион, пожалуйста, следующее. Второй приз — Хумаш Раши. Мне кажется, вы достали две. Подождите, возвращаем. Надо возвращать. Возвращаем, мешаем еще раз. Еще раз мешаем. Я был закрытыми глазами. Да, окей. Давайте, один. Попробуйте, чтобы у вас вышел один. Спасибо большое. Так, пользователь Валера. Валера я смог прочитать без ошибок. Пользователь Валера. Окей. Так, второй приз. Уезжает Хумаш Раши к Валере. Дальше. Читаем. Что у нас? О! Третий приз. Все диски. Вот тут вот уроки Рав Кушнира. Да, воспитание детей. Кто заслужит этот приз? Сейчас почитаем. Пользователь Чолот. Может быть, это Холод имеется в виду. Да, вот этот пользователь. Окей, итак. Подытожим. Значит, пользователь Тантра получает поездку в Израиль. Пользователь Валера получает Хумаш Раши. И пользователь Чолот или Холод получает
третий приз, диски Толдот Ишрун. Мы говорим всем большое спасибо, спасибо Рабин Циону, и говорим, что играйте на наших тестах, приезжайте в Израиль и повышайте свои знания. Спасибо большое.